Всем салют! А вот и новая серия в новом 2024 году. Всех с праздниками, со всеми подряд, какие только есть. В общем, начинаем с движений. Сразу на запоре выезжаем сейчас на СДЭК. Отправляем оставшиеся посылочки ребятам, победителям розыгрыша предновогоднего. Так. Что у нас на паркинге? Сыро. Никак не высохнет он после морозов. Немножко окна потеют. Но сейчас пока будем отправлять тут рядом с ДЭК. У нас все тут автономочка выпарит. В целом, как прошли праздники, выходные? Все супер, потихонечку отдохнули. Набрали сил, теперь можно и поработать. Это у нас 6-е и 7-е места, получается. Человек у нас выиграл жилетку, кружечку, пахучки, ну и вентиляторы. А здесь практически тот же самый набор, но только еще и этот увлажнитель, освежитель и ночник. Ну, как бы все в одном. Короче, отправляем. Все, вещи загрузил. Погода была по суше, можно было бы сверху на багажник положить, но... Ладно, и в салоне нормально. 29 минут ходу по навигатору до базы. Все зелено. А это красота. На базе. Ключи тут. Все тут. Все окей. Пойдем Мерсика запустим. Не знаю, когда его последний раз запускали. Поэтому интересно, как он там себя чувствует, запустится ли. В общем, 6 часов приедет страховщик смотреть лобовое, фотографировать и на замену отправить где-то через недельку. Поэтому чуточку нам потерпеть с лобовым осталось. И будем с вами кайфовать в нормальном качестве, влоги снимать. А то бедолаги мои глаза, как и я, портите, смотрите в это лобовое. Видите, все подставили. Опа, аккуратненько открыли. Ну, здравствуй, родня. Впереди у нас целый год. Снова и снова будем проходить эти километры. Так, уровень АКБ занижен. А есть ли смысл пробовать? Как вы думаете, ребята? Попробуем вот по вашей ставке. Давай посмотрим масло, что у нас там. Уровень масла в норме. Родничок, да, покажем всем, как надо. А вот так и надо. Вот так вот и надо. Все бодрячком у нас вот. Вода. Смотрите, потихонечку размораживается, значит, тут... У нас не так холодно, давайте автономку вырубим. Пусть пока на базе поработает, прогреется. Мало ли, что-то с ней не так за новогодние случилось. Ставим 26 градусов. Все, окей. Ой, скользеро. Опа. Так, крыша, интересно, у нас там как себя чувствует. Чистая, нечистая. Колеса, что у нас нигде ничего не спустило. После таких морозов мало ли где-то что-то себя плохо чувствует. Начал сейчас всю систему прокачать воздухом. Считай, сколько стояла машина, почти 2 недели. Никуда не ездила, а по-моему куда-то ездила. Не пойму я, грязная, не грязная. Может быть, что-нибудь здесь отгоняли, какие-нибудь прицепы. Нам же тут 2 прицепа должны были еще пригнать новеньких. Может быть, на ней Андрей ездил. Не знаю. А может быть, нет. Все тип-топ. Оп. По традиции, да?
кабина нагрелась, тут у нас жара, ошибок нету, все у нас путем. В общем, страховщики приедут в 6 часов. Опа, видите, у нас тут скол прилетел. Будут этот, ну, фиксировать, и в течение там недели, дней 10, будем менять, как там письмо ответное дадут. Начинаем раскладку. Пополнение вещей. Сюда у нас все сейчас закладываем. Потом переоденемся, пойдем крышу чистить. Я все-таки полез, посмотрел. Немножко есть маленькие льдинки. Вот. Шеф у нас там уехал, я так понял, на учет, что ли, ставить прицепы. Тоже подъедет, скорее всего, вечером. Поэтому как-то так, ребята. Вот она, трудовая. Как это, трудовая неделя? Трудовой год впереди. Трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Короче, три прицепа вообще красавцы с Европы прибыли. Сегодня, может, покажу вам под новые тягачи. Будет, наверное, песня просто, сказочка. Ну, что, приступим? Все, ребята, уложил. С виду кажется вам неаккуратно, на самом деле они сложены. Здесь просто места немного. Все по мере необходимости, короче. Так. Постельное застелил, блин, платье этот забыл забрать. Как он называется, на сушилке-то. Одеяло. Ну, завтра заберу. В принципе, только одеяло и подушку забрать. Сейчас переоденем кофту, чтобы куртку не пачкать. И смотрите, топтучки не взял. Пол тут ледяной, тут не прогревается он как на мане. Поэтому вот так, видите, тепло. Смотрите, снега-то так-то немного, но льдышки есть. Ах! Поэтому чистим. Ну, конечно, не так снега, как тут, вообще жесть. Можно до лета ездить, не отвалится. Ладно, приступаем к чистке. Каток тут скользко, но зато чисто. Теперь спускаемся аккуратненько. Благо тут, видите, место поуже, чем в том белом Мерседесе. Спускаться удобней. Вон у Фотона вообще этот выступ от форточки. Ну, тут поэтому по креплениям нормально. Полезли. Что за пушечка, что за красота? Не знаю. О, шеф. И хочется, и колется таких красавцев, да, пригнали? Вот он. Эх, Новый год. Новый год натуральный. Не, ребят, сразу, да, когда четкий прицеп, машина сразу вид имеет. 151-я сразу такая прям девочка превратилась. Ну не, этому синий, такой черный не подойдет, мне кажется. Как вы думаете? Да как-то нет, мне завтра загрузки, я просто подготовить приехал. С ленивцем. С ящиком. На диодной оптике вообще. Ребята, три залили. Три в запас. Смотрите, сколько у меня накопилось бутылок. Обычно их заправляешь эту замерзайку на обочине. А урны нету. Все в ящик. Даже в одну руку не помещается, что надо собирать. Зеркалка, которую я вам говорил. На желтый аэросыпал, который я гонял. 686 ССК. Ну, приятно, да? Мелочь, а приятно. Просто бомба Лейла. Цвете смотрится четко. На дела нарисовали, сейчас поедем на легендарный Делике на вторую парковку. Надо будет машины перегнать, фуры, потому что чуть-чуть обломались дела. Переезжает парковка на соседнюю. Как-то так. Сейчас будем перегонять, сколько там фур. Машин 3-4, а то и 5, я не знаю. В общем, вместе веселее, где-то прикурить, где-то прикурить, где-то дернуть. О! Опа! Ну, вот и встретились два объектива. Так, что там? О, открылось. Все, запрыгивай сюда, к нам, в этот дом. Ребята, все необходимое грузим. Решетки, провода,
Это прикурение. Трос. Трос. Хороший трос. В эвакуаторе. Эвакуатор хороший. Хороший трос в эвакуаторе остался. Все, готово. Че, Нева тоже полезет? Да, гладит, хочет. Ага. Все, уже белые лампочки, все в аккурате. Вот, ребята, что значит? Да. Питерский час пик. Да. Слушай, тут с недавнего времени такая началась фигня. Ну, вот чем больше народу Мурино и Муры заселяет, тем вот здесь... А, ну жесть. На кольце сначала начинается, потому что съезд на культуры тормозится. Начинает до Энгельса все стоять. Естественно, все включают Яндекс.Навигатор, люди, и начинают забивать уже все близлежащие дырки. Ну так, что у нас сегодня будет? Спасатели Малибу? Так, а что? Вот тебе, пожалуйста, иди спасай первый. Первый есть. Первый ход. Что, он все встал, по-моему, да, там как раз? Да, встал. Все, ходом. Побежали. Ходом не встал. Ребята, просто одна решеточка. Иди, лофта. И пошли дела. Вот так вот. Выбирается. Сейчас сходу туда будет залетать он на парковку. Поехали. Чип и Дейл спешат на помощь. Все, фура спасена. Йо. Небольшая разминка. Да, люди тоже мудаки, вот честно. Ну все стоят, человек мучается. Ну что, а мне выйти быстренько, не перекрыли. Ну минуту, полторы. Все постояли. Он заскочил, вся движуха поехала. Не, все вот так вот смотрят и кричат. Ну, дураки на маленьких машинах. Ну понятно, что они не соображают, что ну грузовик это грузовик. Мало кто. Ну так ты помоги выйти человеку. Не, будут херососить, будут объезжать. Этот беняга нервничает, мучается. Да, поэтому у нас половина проба в городе просто из дебилизма людей. Кому-то минуту не подождать, кому-то две не подождать. Чего такого-то? Это да. Убудет с тебя, что ли? Ты все равно в пробку туда едешь. Час пик, снег. Ну, помоги. Ну, ладно. Отдельная история про людей. Ну, а куда без этого, Андрей? Везде а надо. Благо, что есть так дело случая, что мы сейчас ехали раз. К сожалению, еще проблемы не только с маленькими, что проблемы даже с водителями больших машин. Вот этот на самосвале, ему тоже туда надо. Ага. Ну ты выскочи с кабины со своей теплой на 2 минуты, на 3. На скане на автовозе стоит, тоже же понимает все, да? Тоже же большой машины нет. Да. О, какие-то уже прицепы. Вот трейлер, да. Это, кстати, делает в экран, который, ну вот Фотонов, у соседей наши. Ага. У них компания в экран, и вот они занялись, делают и самосвалы, и шторки в трейлер. И эти сырки ментовозы. Лесовоз, подлес. Мэри Крисмас у нас тут. Да, вот эта погодка класс. Единственное, блин, погодка усугубится. Движение на дорогу все время. О, смотри, баба засела. Полный засел, привод не решает. Вот, Делика решает. А все, приехали мы на парковку. Сколько у нас машин? Валеркин. Овечка Игоря. Премиум 2. КамАЗы 2. Короче, машин много. Ну что ты, чудо века? Конечно же, после Мэкина. О, все намного проще, извиняюсь. Ух ты. Чистенько. Все как положено. Так. Как у нас тут дела обстоят? Опа. Ключ вставляем. Масса. Массу надо включить. Конечно же, тут не как на Мерсе масса есть. Выведена. Так. Масса немножко подзамерзла. Ну-ка, хотя бы, наверное, загорелась бы дверь. Ребята, подзамерзла. Немножечко с ней поработали. Провернулась. Опа! Тут у нас чисто, порядок. Блин, интересные салонные вещи. Так. Где у нас тут печка-то выключить? Ну что, подруга? 24,2. Вот девочка, да? Завелась. Красотка. Ну все, пусть себя приходит. В общем,
перегонять просто с ворот выезжаем, и вон она за забором, вторая стоянка. Тут стоянка закрылась. Ребят, ну в принципе вот он заезд. Немножечко под горочку. Ну сходу аккуратненько можно и зайти. А вот не зайдешь, будет уже тоска, надо будет спускаться. Ребята, ну а в целом могу вам сказать-то, тачка-то бомба. Не пойму, автономка автоматом запустила же. Да. Или кто-то включил, наверное. Так, в целом все аккуратненько, так высоко спальник. Видите, здесь под бутыльнички вторая спалка. Тачка зверь. Я вот с батей как-то катался еще на прошлые веки, которые немножко другой тут дизайн был. Но этот вообще опасный. Так. Раскачка-то хорошая есть. Вот, почти пошла и поехала. О. Погнали наши берега. Все, одна есть. Так, ребята, ну что там, Андрей поехал, шеф. Подымется она у него. Вот и потихонечку скребет. Давай, давай. Поехали. По оленям утром раним. Так, где у нас выезд? Тут-то. Как непривычно, ребята. А нет, там Андрей не выйдет, не поднялся чуть. Не увидел я. Ребята, это тренировочка. Фух. Загнали синего Мерса. С помощью решеточек забрался. Моя очередь. Фух. Ну давай, малец, покажем, как надо. Давай на четвертый повышенный пойдем. Залетаем. Куда, Андрей? Давай, наверное, мы. Ай, тихонечко не останавливаемся, чтобы потом тронуться не управлял. С контейнером, да? Контейнеру рядом. А, вот так будем вставать, я понял. Вот так. Не елочка, не елочка. Нам надо не так вон, нам надо вон вставать. Все, давай сейчас попробуем. Ребята, автономка жарит просто. Посмотрите на меня. Автономка плюс сеточки, это жесть. Сразу тренировочка. ОФП прошла. Все, втыкнули и вечку. Надо спросить, как тут автономку выключать. Я, честно говоря, не особо знаю. Я ее не включал. Так, глушим. Чудо века. А, вот габариты выключить. Смотрите, автономка сама затухает. Ну, мы массу-то выключим в итоге. И все будет тип-топ. Свет тушим. Не знаю, как вам, но мне машинка понравилась. Я помню, у меня брат средний. Вот такой, только белый начинал. Бати 100 тысяч накатал пробега. И после бати он принял. А у бати потом вот такая, только большая кабина с тралис была. 430-я, по-моему. Или 450-я. Все, овечка, бомба. Ребята, сантиметров 30. Ее чуть подожмут отсюда, чтобы вот эти машины спокойно, смело могли выезжать. Вот наш уголок будет вот отсюда до туда, и он до Вольвы. Машин 15, Андрей говорит. Ну, местная машин 15 здесь. Вот с виду, да, прям один в один Мерседес, да, ребят? Ну, это, как сказать, рестайлинг, наверное, да, называется, МП. МП4.
Хотя я не смотрел, может быть, здесь электронные ручники или нет. Следующий мой конь — газовый КамАЗ. На механике тоже. Так. Навели аксорчика. Я думаю, он пойдет нормально. Бодрячком. Тут у меня чувство, кстати, зеркала. Он после мойки вроде, наверное. Не, зеркала, все. Нульц. Скачка есть, а значит, пойдет. Пойдет, куда она денется? Я сама. Все, полетел. У нас, видите, коврики стоят. Вы видите, Эва коврик стоял, а чистенький там лежал. Тут разуемся, конечно же. Так, тут нормально десно, в принципе, чистенько. Главное, босичком, опа. Поехали. Так, эти не потеряйте, там есть удобные двери. Ну, старый добрый мой КамАЗ, в принципе. Вообще не слышен работ, как будто заглох. Ребят, вы слышите? А он работает. Так, тут уже пожестче, чем на Ивеке, заднее включается. Потихонечку. Блин, это вообще другой компот. Работа устроился в это, знаете. Здесь же можно в каршеринге работать, возить там, заправлять машины, мыть. Везде свое. Как будто в Теслу. Вот реально, вот в такой машине снимать влоги, я думаю, это кайф просто. Мотор не слышно. Как будто на компьютере играешь. Так, тут по этой же схеме, я думаю, поползем. На четвертый повышенный. И погнали с вами. Опа, дрифт, 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 дрифт. Ребят, самое сложное — это голову достать. Так, давай-ка, Андрей, эту лопаточку. Один есть, теперь Мерседес. Друзья. Ой, гололед. Чуть не разложился. Вторая есть, ребята. Оп. Дела идут. Следующий, погнали. Да, еще одно чудо у нас сегодня произошло. Реношку-то прикурили, завелась. Она просто когда вставала, у нее уже солярка замерзала в морозах. Вот только все нормально. Запустилась. Потихоньку движется дела. О, КамАЗ там уже выбирается с прицепом. Пойдем вытаскивать. Мазеру своими силами выбрался. Погнал его Андрей на стоянку. Ну, у нас вот премы остались. Вот, о, завелся, то тоже премиум. Вот рабочие французы. Лошадки какие. Все тарахтят, все завелись. Осталось только вывести их оттуда. А это уже расцеплено, да, она, по-моему, или нет? А, да, расцеплено. Бежит, не забежит. Давай, сейчас, Андрей, решеточки. Не хочет. КамАЗ выпендривается. Залетел КамАЗ все-таки. Нормально. Опа. Сейчас немножко накатается. Ну, ребята, вот так вот, да? Едешь, а в итоге такие приколдесы. У нас тут классные и движения, и машины погонять. О! Фав тут залетает мимо хода. Давай, 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 давай. Давай, давай, со сходом. Да, туда вставай, туда вставай. Саня приехал. Ребята, принял, зацепился. Оп, барабаны покрутились. Андрей, там, по-моему, одно колесо слабое. Так, за решетками.
А вот оно. Буксир. Ребят, одно колесо прихватило. Не отпускает барабаны. Вот он минус. Трещотка не пошла. А Владик пошел. Опа. Давай с разгона. Давай, давай, газу, 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 давай, 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 давай. Молодец. Залетело, ребята, как к себе домой. Пойдем, посмотрим. Вот она, самая муторная работа еще была. Фу, Влад пригнал шланг туда на Роско. Фух, вот это да. А это вам 73 тысячи пробега ФАВ. Просто вся морда облезла. Ржаветь начинают эти отбойнички, они железные. Жесть. О, смотрите, как краска улетает. У кого также на ФАВе? Может, просто неудачная смена покраски, я не знаю. Ну, на Ситраке вот я не видел, там, помните, который 400 тысяч пробега? Да? Эту площадку сюда загоним. Ну, типа, долгостой, пусть стоит с краю. А рабочие машины на ход ноги сразу. Считай, без контейнера проще ставить, видно углы. Профессионализм не простить, да? Было бы еще как на фотоне окошко и вообще. Профессионализм не пропьешь. Ну да. Что там, допираешь? Давай еще посмотрю. Все, ребят, заключительное на сегодня. Один премиум туда отогнать. Эту площадку сейчас перепаркуть. Вот сюда, чтобы она на ходу была. И все, остальные дела завтра. Он там фотончик наш залетает. Ну, он не зашел что-то. Не зайдет. Надо идти помогать. Уху-ху-ху-ху. Что, берем решетки? Поехали. Оп, вот как надо залетать. Раньше камеру жалко не достал. Подушки, ребята, спущены у меня. Владик там боком красиво зашел. Да, жалко, не заснял. Я смотрел, что шустрее всех. Да это его любимая марка машины, она я. Ну вот загоняю, что тут здесь. Слесарь Влад заработает. Да, это Влад. Не хочет работать, водить вообще. Да, зачем ему тут? Нравится крутиться ему. Ребята, грузимся в Делику. Сейчас Андрей подойдет. И поедем. Осталось совсем ничего. Завтра уже перегонит оставшиеся моменты, а я грузиться. Сейчас на запоре домой. Запор паркуем, завтра поеду на такси. Как проснусь и грузиться. Картоном что-то такое там. Сильно не изучал заявку, но там вроде 6 они работают. Поэтому не спеша. Вымок весь. Ну ничего, сейчас под автономочку. В запоре будет тепло. Нагреваем запор и поехали. Логисту сказал, что зато не с утра поеду грузиться, там до 7 загрузка, в обед поеду. Да поехали. Серега, в общем, поможет отогнать машину. Поэтому все very good. Поехали домой быстрее мыться. Собирать, что забыл. И отдыхать. Завтра у нас продуктивный день. Первый рейс в этом году. Вижу пустую аллею. Мальчуган, пусть греется, автономка там тоже включится. Так что так, ребята, на второй стоянке основная часть машин. А по поводу работы кто-то пишет мне в личку. Ребят, в описании я всегда номер оставляю,
можете позвонить. Это не мой номер, а организация Андрея Шифа. И уточнить работу там по поводу вакансий, что как, какие вас вопросы интересуют, можете задать. И уже там обговаривать, договариваться. Ашка кофею. Так, сейчас заправим там одеяло и подушку, и уже как раз согреется машина. Вольво, кажется, разобрали, ребята, фару поменяли. Целый процесс тут. Так, а где третий? А третий прицеп? А, ну вот, он стоит оцепленный. Красавцы. Потихоньку трогаемся. Путевка на руках. Сейчас надо будет нам, конечно, выйти посмотреть, как у нас прицеп будет проходить. Там же легковушка тут стоит, это вот Октавия. Окташа. Даем максимально. Пойдем посмотрим, как себя чувствует он. Прицеп. Все тип-топ, друзья. Прям в тютелечку прошли мы. Лучше выйти, посмотреть. Потому что ему после больших выходных уже все равно не так чувствуешь эти вот сенсометрики. Вышел, посмотрел, душу успокоил и выехал. Чем потом зеркало покупать. Или вообще тент порвать, представьте. О, смотрите, тонировка как на запаре. Сзади. Volkswagen Passat. О, ребята, что это за чувство после таких долгих выходных снова за рулем. Так прекрасно, все такое родное, близкое. Так, сейчас там нас проедут. Гололедец сегодня в Питере, правда? Так. Сейчас, друже, я не могу тут выйти. Оттуда скамейка едет, тут и что у нас? О, после спортажа можно вылазить. Там чисто. И тут никого нету. Вчера все таяло, сегодня опять мороз, минус 6. Что-то я ехал на такси, даже не обратил внимания, как сырой, не сырой. Неполадки по той стороне. Отолкаемся мы, да? Авария, газелька там залетела под самосвал. Гололед, гололед. Некуда спешить, ребята. МКАД такой полусырой, подзамерзший. Минус 6 свою роль играет. Плюс тут химия, поток большой. Так, а что у нас очиститель, видите? Справа оттаял, слева еще нет. Сейчас тоже оттает, пробьет. Сворачиваем на Пулковку. 26 километров нам до места. Ну там примерно в районе, где вот Артекс мы выгружаем. Один и тот же населенный пункт. Поэтому все тип-топ. Клиенту я набрал, он как бы все говорит, приезжайте, вроде ничего не надо, там не пропускаю ничего. Так что там на месте еще разберемся. Ух ты, видели, камера валяется посреди дороги. О, солнышко немножко проглядывается. Подъезжаем. И вот два пути подъезда есть. Показывает одну, типа, плохая дорога, с другой стороны нормальная. Поехали, где нормальная. Типа вот тут перед заправкой, да, заезд. Да, с виду нормальный заезд. Так, а видно, фуры заезжают, нет? Да вроде заезжают. Давай в следующий повернем, как ведет навигатор. Через магазинов не видать. Может, пока грузить будет в магазин сходить. Вроде человек не попался. А фасоль, вон есть магазин. Ну, здесь видно, фуры ездят, так что нормально. Так что не зря отсюда поехали. Так, ребята, заруливаем. Ну, тут все чищено, тип-топ. И все, упремся там в наш адрес. Машина встречи ехали, в принципе, и оттуда можно было проехать. Ну да ладно. Охрана записала. Прям бабусечка здесь, божий одуванчик.
лучше так. То попадается, бывают охранники такие, так себе. Зашел пропуск выписать, настроение испортилось, да? Так, склад вот он с торца, пойдем узнаем, что да как. Бумагу выдали, сказали, ждите в машине. Сейчас кладовщика предупрежу, подойдет, вас загрузит. Красота. Мне кажется, туда на рампу, потому что мне написано, загрузка, выгрузка зад. Классно. Кузов, ребята, перед Новым годом намывал. Как новый, чистый. Только вам все расхвалил, сажусь в машину. О, а нет, все нормально. Глюк какой-то произошел. Так, все, больше не хвалим. Ну его нафиг. А если через этот? Я на улице нажимал, смотрел. Может быть из-за... Вот, раз, а так выдает ошибку, смотрите-ка. Прицепе. Прицепе вот именно что горит. Ну-ка. И все пропадает. Что за движ? Париж, кто знает. Так, только я, ребята, тут одеяло начал заправлять. Кладовщик пришел. Говорит, давай. На другой склад, вот соседний, тут будем грузиться. Ну, вот за воротами налево, говорит. Потихонечку туда. А я пойду все-таки ворота закрою. Ну его нафиг. Откроются нам эти неприятности ненужные, да и при раскачке они трутся тоже, краска может отслоиться. Все так спокойнее, ребята, с открытыми воротами тоже не дело ездить. То он где-нибудь в повороте не заметишь, откроется, машину стукнет или сам ее оторвешь об что-нибудь. Тут тем более она прям не так прижимает плотно, ручка играет. О, колдовщик, смотрите как. Погнал на блок себе посадить, а он что-то убежал, хотя может тут рядом, а вот сюда прям налево. Так, давай показывай налево и направо сразу или прямо. Прямо, ну шикарно, блин, как она не хочет ехать-то, буксует. Опа. Потихонечку, чтобы нас на ворота не сдуло. Так, ребята, все, третий, он сказал. Блин, газелька прям минуту позже бы парковалась. И мы бы встали. А может, третий это вот тут? Первый, второй, третий. Нет, блин. Сейчас как полностью выровняю ее, потом открою ворота. Видите, вот чуть морозит, 7 градусов, да? Этот лед, он не мокрый. Колеса у нас остывшие. Поэтому мы спокойно, смело едем назад, вперед, куда нам надо, на голом льду. Хотя, наверное, тут надо будет нам с одного раза так и заезжать. Я так думаю. Чуть-чуть сейчас вперед. Профилактики, вот так. Да пойдем откроем ворота и уже спокойно будем сразу вставать, заодно посмотрим со стороны, как что там идет. Все, ребят, ворота открыли, сразу осмотрели рампу, резинки там целые, не целые, чтобы нам ворота, например, не разбить. Вот так вот немножко раз и выравниваем. Немножко под искос рампы сделаны. Небольшой обман зрения идет. Посмотрим через окно. Зеркало по-любому нам немножечко обманывает. Ребята, все. Смотрите-ка, какой они здесь подкол сделали. Как вам расстояние отбойников? Просто ты бампером упереться тут можешь. Представляете себе? Вот такие вот приколы. Вот человек уставший приедет, такой или первый раз, даже об этом мысли не будет. Я, честно говоря, сам даже первый раз мысли и не подумал. Хорошо, но мне, видишь, все подъявление пошло. Я встал выйти посмотреть. И он, ух ты, еще и тут подколы. Ё-моё, да тут что, охота за дальнобойщиком еще идет. Короче, лопата у них далеко выезжает.
Поэтому и так нормально. Могут попросить, конечно, опустить подушки. Но вот такие моменты вообще, да? Почему бы не предупреждать? Непонятно. Ладно. Ждем. Тут вон видно боевые ранения. У рампы какие. Сколько тут людей пострадало. Так что будьте внимательны, ребята. Казалось бы, все цивильно, солидно. Но нет. И такие моменты бывают. Что тут, прицепы не разбивали еще? Нормально? Никто не жаловался? Все, пойдет? Да? Все путем. Говорит, никто не жаловался. Ну, странно. Тут поднял, чтобы он встал. Ах, боевая. Все, ребята, загрузили. Отъехал я от рампы. За документами туда, где я первый раз был. Он говорит, хочешь пешком, хочешь езжай туда. На машине. Сейчас посмотрим, поедем на машине, наверное. Еще отсюда туда. Хотя ходить полезно, да? Да погода не та. Или давай прогонемся с ним, пойдем прогуляемся. За доком. Да пойдем прогуляемся. Че мотаться-то? Вот, ребята, и наш груз. Тут вообще у нас спокойный выезд, ребята. Пробкой шампанского вылетим. Ну, тут идти-то всего ничего. Что-то изготовление у нас документов затянулось. Пока там кладовщик пришел, распечатал. В итоге все окей. Логисты доки одобрили. Так. Заправку согласовали в Бабино. Тонеку зальем 400 литров. Потому что морозы опять грядут. Чтоб смело, спокойно нам быть. Раз 400 литров капнем, у нас будет нормально. Топлива хватит. Минус 8. Температура потихонечку опускается. Вам хочу сказать большое спасибо за просмотр серии. Ничего себе, чуть-чуть я. А, не, нормально, поднимемся. Давай. Спасибо большое за просмотр серии. За лайки, комментарии, друзья. За подписку на канал. От души всем. Скоро увидимся. Новая серия не за горами. Птицы летят на юг, подальше от наших юг. Сенсоры снова вращают.